Здравствуйте, с наступающим вас годом. Два коротких вопроса. Ваше свидетельство, скажите, вы сказали, что вы благодарны. Я был в Кремле, и в моем присутствии был вручен указ. И сразу же после получения указа Владимир Владимирович взял благословение. Я об этом не знал, и, я думаю, никто не знал до сегодняшнего дня. Спасибо. Оно является, наверное, обоснованным, судя по состоянию здоровья. С моей точки зрения, оно является запоздалым, потому что каждый должен максимально эффективно трудиться на своем месте. Если здоровье не позволяет, то нужно находить себе моральные силы и принимать решения, тем более, когда речь идет не о твоей личной судьбе, а речь идет о делах в государстве. Президента Ельцина. Напомню, что после новостей в середине часа по телефону свой комментарий даст Виктор Черномырдин, а вслед за этим Александр Вишняков. До середины этого часа в гостях у нас Владимир Владимирович Жириновский. Добрый день, Владимир Владимирович. Мы примем участие. Я приму участие. И чем раньше, тем лучше. Лучше бы они прошли в январе. Нам нельзя затягивать. Зачем 3 месяца ждать? Если Ельцин дал такой подарок, то зачем? Мы должны были ждать 6 месяцев. То сейчас 3 месяца. Можно сократить до месяца, до полутора месяцев. Официальный индекс РТС Интерфакс резко пошел вверх. В результате за 2 часа торговли, которые сегодня были установлены Советом директоров до 14.00, фондовый индекс скакнул практически на 20% в среднем. И мы вынуждены были в 13.30 остановить торги в соответствии с распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, поскольку мы превысили установленный период, установленный коридор. 40 минут был резкий взлет, порядка со 165. It's a logical step. If Yeltsin indeed had chosen his successor, it's the right time to announce the resignation, since it gives Putin kind of advantage if he is to compete with other contenders, and definitely the time is playing on his side.